Всем привет, с вами Викизу. В этом видео мы покажем вам, как закрепить ручку на столе Викигрум с колесами. На примере стола Викигрум S1 с маленькими колесами. В комплект со столом входит ключ, два болта М6 на 20, две шайбы и ручка. Для того, чтобы установить ручку, вам необходимо перевернуть стол столешницей вниз. И с помощью болтов прикрепить ручку к столешнице так же, как показано на видео. Не забудьте зафиксировать ножки, чтобы они не мешали вам в процессе транспортировки стола. Вы можете отрегулировать ручку под свой рост. Теперь стол можно легко перемещать, а также использовать в качестве тележки.